Деятельность клинического госпиталя для ветеранов войн направлена на обеспечение качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья пациентов, увеличение продолжительности жизни и, как следствие, снижение смертности. В стационаре госпиталя у нас работает отделение терапии, кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации. Организовано порядка 188 койко-мест. Госпиталь определен базовым центром для медицинской реабилитации участников СВО. Цель центра – психологическая помощь, реабилитация и социализация участников боевых действий в гражданском обществе. Значимость задач очень высока. Это социализация в семье, это возвращение трудового ресурса в гражданское общество, это комплексная реабилитация как медицинская, так и психологическая после перенесенных физических и психологических травм, а также возвращение в социальную среду и адаптация в ней. В госпитале разработана специальная программа по психологической реабилитации участников боевых действий. Сначала проводится первичная беседа. Выясняется, что беспокоит человека и какие у него есть жалобы. Следующая обязательная процедура – комплексное психологическое обследование. На предмет оценки психоэмоционального состояния, есть ли признаки, симптомы депрессивного, тревожного расстройства, есть ли симптомы, признаки посттравматических стрессовых состояний, да, и, конечно же, мы берем блок по изучению когнитивных функций, то есть это оценка памяти, внимания, мышления. Дальнейшая работа строится в зависимости от результатов обследования. Если на первый план выходит необходимость коррекции психоэмоционального состояния, тогда больше усилий направляют на практические занятия по развитию навыков саморегуляции. Но если же по результатам психологического обследования выходит на первый план все-таки снижение вот этих когнитивных функций в первую очередь, а психоэмоциональный фон более-менее относительно нормальный, то тогда, конечно же, помощь наша будет оказываться с большим упором на тренировку памяти, на тому, чтобы обучить пациента, какие существуют упражнения по развитию внимания, памяти и так далее. Направление на плановую госпитализацию для ветеранов войн выдается лечащим врачом той поликлиники, к которой прикреплен пациент. Предварительная запись на стационарное лечение проводится в поликлинике госпиталя для ветеранов войн, адрес проспект Победы 10, телефон регистратуры 21-31-85, ежедневно в рабочее время с 8 до 17.00. Телефон горячей линии Республиканского психоневрологического диспансера 37-17-78. Анастасия Брянская, Нима Роднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».